Всем большое здрасте. Посмотрите на этого кота. Просится в домик. Мышку съел с утра. Теперь просится еще и в домик. Посмотрите на эту погоду. Вы видите? 6 ноября, кажется. Бандера, сегодня 6 ноября. Ну, неважно, 6 или 7. Но дело в том, что на улице такая теплынь. Такая теплынь. Это вообще как? Это вообще что? В ноябре теплынь. По всему миру пивничный сяево. Северное сияние красного цвета. Все снимали. Я прозевала. Может, и у нас тут было. Но я вчера снимала, какие-то розоватые такие оттенки были. Но это, наверное, не северное сияние было. Ну вот, там войны. Войны по всему миру. Северное сияние, теплынь. Вообще, в чем дело? Мир поломался. Просто мир поломался. Да, Тобик? Мир поломался. И когда его отремонтируют, непонятно. Птички поют, как весной. Заливаются, просто заливаются. Так, мир миром, а суп варить надо. Караул, как печет солнце. Я вот стою на солнце, и мне прям печет, печет в лицо. Жара, загорать можно. Мир поломался. У одного бандераса все. Как обычно. Поел, поспал, повылизывался, снова поел, снова повылизывался. И так до вечера. Потом поспал. Как хорошо. Какие-то божьи коровки летают. Божья коровка. Ноябрь месяц. Оп, улетела. 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 Бабочки летают. Бабочки. Чудесная шерсть, чудесная шерсть, чудесная. Побежал, побежал. Видит, что я иду домой. И давай прокладывать дорогу. Да, Бандерас? Угу. Все знает, все понимает. Все понимает, что сейчас его запустят. Оп. Все. Просочился. А тут дверь закрыта, да? А здесь закрыта дверь. Заходи. О, все. И бегом к тарелке. Лысь, лысь.